Приветствую, зрители! Сейчас у нас в экран-сервисе мы покажем, как наклеить защитное стекло на Xiaomi Redmi Note 5A. Извлекаем из упаковки защитное стекло в чехле и две салфетки, влажную и сухую. Салфетки нам больше не понадобятся. Извлекаем из чехла защитное стекло и готовимся к работе. Мы используем профессиональные микрофибровые салфетки вместо предоставленных в комплектации. Покрываем салфетку специальной жидкостью и начинаем обрабатывать поверхность экрана Redmi Note 5A. Жидкость предназначена для удаления жира, пыли и других загрязнителей. Наши сервисные центры расположены недалеко от станции метро Левобережная, Шулявская и Липецкая. Приходите. Повторяем процедуру после повторного смачивания и работаем до полной очистки телефона. Движения должны быть направлены в одну сторону, во избежание появления разводов на поверхности Redmi Note 5A. Наши мастера кропотливо и ответственно выполняют любой вид работы. Когда поверхность телефона очищена, отклеиваем стикер и прикладываем защитное стекло к телефону. При этом темперируем защитное стекло, исходя из геометрии телефона. Защитное стекло начнет приклеиваться автоматически, как только мы его отпустим. Также можем помочь ему при помощи салфетки, удаляя воздух между поверхностями. Теперь поклейка защитного стекла Redmi Note 5A завершена. Спасибо за просмотр!